Сеул выразил сожаление в связи с заявлением, сделанным Пхеньяном касательно полномасштабных военно-морских учений США и Республики Корея в КНДР. Считают, что цель этих маневров – отработка неожиданного удара по северокорейской территории и ее захвата. Предположение прокомментировал официальный представитель Министерства по делам обвинения Республики Корея Чон Юн Хи. Мы глубоко сожалеем о попытке Пхеньяна представить ежегодные оборонительные тренировки в качестве превентивного ядерного удара и вторжения в КНДР. Мы также находим угрожающими высказывания о готовности нанести опережающий удар. Надеемся, что Пхеньян прекратит провокационное поведение, а также приостановит свои ядерные и ракетные разработки. Ежегодные военно-морские учения Республики Кореи и США начались сегодня и продлятся 12 дней. Во время тренировок будет широко применяться компьютерное моделирование. Всего задействовано 50 тысяч южнокорейских и 30 тысяч американских военнослужащих. Отмечается, что маневры призваны проверить и улучшить обороноспособность союзников против КНДР. Будут проигрываться различные сценарии отражения возможных военных провокаций со стороны Пхеньяна. В этом году их отличительной особенностью впервые станет отработка специального плана союзников по противодействию ядерным угрозам Пхеньяна и ее обещанием применить против Сеула и Вашингтона оружие массового поражения.